скованы. Ты всегда живешь вот в этом танцевальном мире, да? Всегда страшно. Ну, всегда кажется, что ну, я еще не доросла, ну, еще немного. Мне нравится не какой-то конкретный стиль, а вообще в целом танц. Никогда не поздно начинать, никогда не стоит останавливаться на том, что ты уже уверен в своем пути. Если есть желание, то всегда можно справиться. А можно это как-то говорить? Ты же нарежешь, да, сейчас? Это для них не просто вот танец. Надо много танцевать. Со сложностями, но получается. Хорошо.